Всем привет из Северного Степного Крыма. Сегодня у нас уже 14 марта 2024 год. Было плюс 15, сейчас немножко вот понижается. Хотел показать вот. Кто-то говорит, воду ставлю я своим пчелам. Ну вот у меня тут вот часто вода включается, вот она бежит вот так со скважины. Пчелы вообще ей не интересуются. То есть поилки ставить, там вон вода бежит постоянно, и смысла никакого. То есть пчелы у меня воду берут, где-то сами себе на стороне крутятся в природе. В общем, родники есть здесь недалеко. И это самое, речки вокруг, тачка, так что пчелки сами себе где-то водичку находят. Вообще пробовал ставить, не интересует она их. Кто-то скажет, надо их там приучать, это там и у нас. Не хочу этим заниматься. Вот начались облеты массово, все летают. Сейчас покажу, носят пыльцу. Было холодно, пчелы сидели, практически не летали. Сейчас вот пару дней как потеплело. Было очень холодно. Морозы долбили по ночам. В общем, а сейчас пошла очередная оттепель. Вот у пчелок первый облет бурный за последнее время начался. Вот. В общем, летают. Все, пройду так против часовой. Летают все. Летают все. Здесь вот, как можно видеть, вот выкинули, видите. Сейчас покажу подмороженный расплод. Вот видите. Морозы долбили до минус 10. Немножко где послабее 7. Это не то, что весь расплод померз. Это там где-то какая-то часть небольшая могла померзнуть. Не без этого. Вот. Начинаются вот такие бурные облеты. Короче, все летают. Все летают, все работают, все облетываются. Сейчас покажу. Сюда пройдем. Вот смотрите, это отводочек со слабачком, то что я объединял. Какой, ух, красавчик, вон пыльца. Пыльцу несут разного цвета. Уже много разной пыльцы несут. Вон, смотрите, и оранжевая, и уже и белая более. Такая грязно-белая, короче, всех мастей пыльцу уже несут. Разных цветов. Нет такого, чтобы они одинаковые, вот оранжевые, видите. Нет такого, чтобы они одинаковые, ну, одного цвета несли. Несут уже много разных цветов. Ну, такая вот облачность у нас. Да, вроде потеплело, но при этом все равно сквознячок прохладненький и такие плотные тучи, в общем. Поэтому, ну, облеты тем не менее, видите, смотрите, вот. Как вот отводочек, объединенный со слабачком, облетывается нормально. Пчелки вон садятся. Да, солнышко было бы, конечно, было бы веселее, но уже пчелки видно. Уже не втерпешь им. Прогрелось сегодня, они уже вот после обеда решили полетать. Тут облетик тоже. Короче, все летают, все работают. Не сказать бы, что много выбрасывают расплода. Вот слабыш тут у нас. Чего у нас тут? Ну, вот есть, видите, немножко там внизу каких-то пчелок, но какого-то помороженного прям расплода я такого не вижу. Какие-то есть вот пчелки подкоченели, которые пытались облетываться и сели на холодную землю. Земля реально холодная еще. Ну, кто взлетит, то взлетит, кто не взлетит. Ну и ладно, естественный отбор, как говорится. Ну и здесь то же самое, если вон некоторые пчелы садятся. Молодняк, вот прям видно, вон молоднячок. Молодые пчелки. Сейчас активно лупятся они. С начала февраля еще расплод пошел в этом году, так что молодняка уже уйма. Просто уйма молодняка. Вот, пчелы. Матки без всякой изоляции сидели, сами стартанули.
в начале февраля все, когда пошли окна оттепели, и понеслась. И уже в семьях полно молодой пчелы, особенно где семьи посильнее, там вообще молодняка уже куча. Полупился расплод уже и по второму разу уже, потому что уже прошло с начала старта уже, считайте, прошло уже, там уже по второму разу уже, в общем, лупиться будет. Вот. Так что много молодняка, много молодой пчелы, прям вот много-много молодой уже пчелы. Они молоденькие, прям видно. Молоденькие. Но среди них еще и хватает зимовалых пчел. То есть долго они здесь жить будут, еще зимовалые пчелы. Долго они, не одно поколение еще вырастят, еще поработают они. Молодничок сейчас, конечно, активно помогает выращивать, понятно. Ревут, загудели пчелки. Ну и немножко, вот видите, молодые ползают там внизу. Ну и большая часть из них взлетят сейчас. Они просто еще вот такие в пушку. Еще не разлетаны. Где-то это. А что-то не взлетит такие. И ладно, говорю, не такой он. Все, взлетает, да. Они поползают немножко и взлетают. Это нормально. Они еще молодые, а земля холодная. Садятся немножко, так подкоченеют, ну. Взлетают потом. Собираются силами, взлетают. Ничего страшного. Такая эта движуха идет. Пыльца идет. Ну, уже все, уже дело к вечеру. Уже 4 часа почти. Где-то, наверное, так, около 4. 4 час точно. Вечера. Уже пыльцу они прям активно несли в обед. Сейчас уже менее активно несут. Ну, вполне себе еще носят. Как-то так. Касаемо медовых лепешек, дымарь я не распаливал. Хочу так показать. Вон, видите, все, что осталось от медовой лепешки. При этом там полно еще меда. А лепешку, видите, вот так вот пчелки приговорили. Чтобы вы понимали, сейчас будут меня атаковать, злиться. Ладно, всем пока.